Дахи фізкультурно-оздоровчих комплексів час від часу протікають і вже давно вимагають капітального ремонту. Про це ще раз нагадала злива на вихідних. Коли ж чекати ремонтні роботи, дізнавалися у директора комунального підприємства управління з розвитку фізичної культури, спорту та туризму. Проблеми, в принципі, везде одинакові. Все-таки з сооруженням 30 років. Значит, в прошлом году мы проходили паспортизацию этих зданий, то есть она же экспертиза на предмет пригодности самих зданий к дальнейшей эксплуатации. К счастью, мы прошли успешно эту экспертизу, выставки получены позитивные, в плане эксплуатировать мы их имеем право, но даны были рекомендации по ремонтно-восстановительным работам и так далее. Еще есть один момент требования... скажем, ну, требования, наверное, общественности, страны и законодательства в целом по эффективной эксплуатации, в частности, энергосбережению этих зданий. Опять же, есть проекты, проекты уже разработаны, прошли экспертизу. Значит, стоимость проекта ориентировочно в среднем 5 миллионов одного физкультурного комплекса. И опять же возвращаемся на круги своя. Денег у города на сегодняшний день нет. То есть... В тот проект входит это разгрузка кровли, то есть требование экспертизы было изначально такое, чтобы они рекомендуют его разгрузить, потому что все-таки это усталость металла и так далее. Возведение скатной кровли, это по аналогии с московским ФОКом, и термомодернизация в плане полностью по всему периметру утепления, замена остекления и так далее. На сегодняшний день я не могу сказать, когда будет открыто финансирование на эти проекты. Вот на этот год в планах у нас стояло два ФОКа, это белгородские и таллинские ФОКи, значит, и поэтапно все остальные привести в такое состояние. Ну, все зависит от денег. Сейчас критическая ситуация у нас вылезла с белгородским ФОКом, ну и частично с тбилисским. Да, были жалобы, мы это понимаем, не потому, что мы не хотим что-то делать, поверьте, потому что ну, просто элементарно нет возможности. Это не 3 гривны ремонт подобных конструкций. Значит, в связи вот с накопившейся, наболевшей, так сказать, ситуацией, обратились мы, официально обратились к строительной организации с просьбой провести обследование и дать нам рекомендации, так как все-таки это профессионалы. Значит, они нам провели обследование на сегодняшний день и дали рекомендации по полному капитальному ремонту этих кровель. В принципе, мы это понимали, но, скажем, не совсем компетентны дать такое заключение. Сейчас после заключения этой строительной организации я еще дополнительно обращаюсь к экспертам строителям. Они дадут официальный звит и будем рассматривать два варианта. Либо сейчас и более-менее дешево, ну, так сказать, на скорую руку все-таки провести капитальный ремонт этой кровли на том же белгородском. Опять же, при выделении денег, то есть это будет разрабатываться проектно-сметная документация, мы будем понимать, сколько это будет стоить. Значит, либо все-таки ждать, потому что латочками там делать что-то просто уже бесполезно. Значит, либо будем ждать, когда выстрелит, скажем, этот проект полной термомодернизации объекта, и это уже будет современное, теплое, красивое здание. То есть своими силами и, скажем, поточными ремонтами, что в наших силах, мы делаем. То есть, вот, в принципе, сделали санузлы с обогревателями бойлерными, поменяли во всех ФОКах освещение на современное, экономичное и качественное освещение LED. То есть условия, в принципе, становятся лучше, это нужно отметить. Но по таким глобальным работам, как вот кровля, это достаточно дорогостоящие проекты, к сожалению, сразу это не делается. И последний вопрос. Знаю, что победил бюджет, в бюджете участи проект про, как сказать, про раздевалки для тбилисского ФОКа. На каком он этапе находится? Удалось ли его реализовать или он еще... Спасибо городским властям, депутатам. Выделили нам суммы помимо этого проекта еще на ремонт душевых и санузлов, который не входил в проект бюджета участи. И принято такое решение, чтобы не испортить раздевалку, когда будет, то есть не хотим делать, кажется, задом наперед все, это, все эти работы. Сейчас уже начинаются работы по
ремонту санузлов, потому что их невозможно эксплуатировать. То есть достаточно передать запах невозможно. Ну и состояние, если вам интересно, пойдите посмотреть. Ну, сравните то, что после ремонтов, и то, что до ремонтов. Это совершенно другая планета называется. Вот. Сейчас в ближайшее время, в течение месяца этого, мы делаем ремонты в санузлах душевых. Значит, и тут же приступаем к освоению бюджета участи, делаем ремонт, который был запланирован в этих раздевалках. Так что с этим мы справимся. И в течение этого лета это гарантированно, мы тоже все это сделаем. Так что также по второму бюджету участи, который выиграла, скажем, общественность, это Белгородский ФОК по приобретению тренажеров, уже в работе, занимаемся, сейчас ведутся переговорные процессы. Анализируем потенциальных поставщиков, корректируем, скажем, номенклатуру самих тренажеров, проводим консультации, так сказать, с главным заказчиком. Это у нас Юрий Петрович Каленский, который специалист, определяется, что нужно, что не нужно. Так что это в работе, это в ближайшее время тоже уже тренажеры новые будут. Отож, проблема з дахами залишається відкритою і чекає, коли ж знайдуться кошти.